Прохладная вода манит освежиться жарким летом. И для пляжного отдыха жители Твери неизменно выбирают карьеры. Синева, окруженная соснами, и песчаный берег, знакомый многим с детства. Несколько лет назад привычные константиновские карьеры начали меняться. И сегодня, благодаря инициативным горожанам, преобразились до неузнаваемости. На песке незаметно мусора, а вблизи пляжа даже установлены туалетные кабинки. У нас сейчас установлено 5 двухместных кабинок для переодевания. Рядом с каждой кабинкой есть ногомойки. Также вдоль территории пляжа установлены дорожки, ограждение, которое предотвращает заезд личного транспорта на пляж в целях безопасности отдыхающих. Также установлена система видеонаблюдения и оповещения, все также в целях безопасности. На константиновских карьерах понравится любителям как пляжного, так и активного отдыха. Если устали нежиться на солнце, можно взять в прокат оборудование и покорить водные просторы. Отдыхающим доступна аренда сабордов, джетбордов, ватрушки, вейкбордов, водных лыж, грид-лодок с электромотором, на них можно устроить барбекю на воде, а также катера. Развлечения на карьерах найдут и самые маленькие горожане, которые могут прокатиться на детских гидроциклах. Экстремалы тоже смогут отвести душу на пляже, совершив прыжок в воду с блоб-катапульты. Для истинных любителей расслабляющего отдыха на карьерах открыт круглогодичный банный комплекс, где тверичане могут попариться в дровяной бане, а после пожарить шашлыки. В банном комплексе у нас что есть? Банный чан, баня, беседочка с мангалом. В самой бане все удобства. Душевая, туалет и так далее. Также есть выход к воде, выйти из парной, искупаться. Райский оазис на берегу константиновских карьеров продолжает расцветать. Вскоре здесь появится уютное кафе. Зимой в нем также будет работать пункт проката сезонного снаряжения. Но и на этом планы по развитию культового места отдыха тверичан не останавливаются. В эту зиму планируем второй банный комплекс построить. Также планируем по берегу, который идет вдоль деревни 1 мая, построить 3 гриль-беседки. Также территория будет огорожена таким же 3D-забором по тому же принципу со свободным входом и ограничением на въезд, опять же, в целях безопасности и надлежащего содержания территории.